Павликова, Зоукину Ирину Вячеславовну. Добрый день, дорогие друзья, жители района Зябликова. Сегодня детский праздник. И замечательно, что в нашем районе он отмечается ежегодно. С погодой не повезло, но тем не менее на нашей площадке звучит музыка, хорошее настроение и у взрослых, и у детей. У наших ребят начинаются каникулы, начались уже каникулы. Это самая благодатная для них пора, чтобы они могли и отдохнуть, и повеселиться, побыть побольше с семьей, ну и есть возможность отдохнуть под музыку, под любимые песни. Я желаю всем нашим семьям добра, благополучия, счастья. Пусть ваши дети будут здоровы, пусть учатся хорошо и радуют вас почаще. Скоро праздник, День России. Я вас тоже поздравляю с этим праздником. Желаю вам семейного благополучия и мирного неба над головой.